Пульс Луганщини. Вітаю всіх слухачів радіо Пульс і глядачів телеканалу Лот. Тема нашої програми. Чому так важливо дбати про цифрову безпеку і медіаграмотність? Сьогодні на це та інші питання відповідатиме наш гість медіаексперт, соціальний інноватор Аріф Багіров. Вітаю тебе, Аріфе. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 050 078 18 02. Ставте свої запитання, діліться досвідом. Нагадаю, глобальна хакерська атака вірусу Петя а сьомого 27 червня вразила it системи компаній України низки інших країн, більшою мірою зачепивши Україну. Атаки зазнали комп'ютери нафтових, банківських, енергетичних, телекомунікаційних, фармацевтичних компаній, сайти держорганів. 1 липня СБУ заявила, що встановила причетність спецслужб Росії до атаки вірусу. І маємо такий коментар від очільника профільного міністерства Володимира Омеляна в ефірі телеканалу 112. Він заявив. Я процитую, така коротка цитата. Те, що нам вдалося встановити, то це точно не йшлося про гроші, коли ми говоримо про кібератаку. Працювала група мінімум 10-20 висококласних фахівців. Працювали вони протягом 3-4 місяців. мінімум. це означає, що це була добре спланована операція, оскільки не було фінансової мотивації, і це не був гурток любителів аматорів. Тобто, ми можемо чітко говорити, що це російський сценарій. Це був тестовий сценарій, була мета просто. Промацати слабкі місця цифрової інфраструктури українських компаній, як приватних, так і державних, сказав Володимир Омелян. Тобто, вже сьогодні відповідні служби готуються до нових кібератак. І якщо ця атака була спрямована передусім на компанії та установи, то не факт, що завтра під неї можуть потрапити звичайні користувачі. Ось потужна хакерська атака почалася з України, а потім сталася і в 64 інших країнах. Експерти назвали винуватцем зараження ПК програму Медок. Ну це така бухгалтерська програма. Тож виходить, що вберегтися від цих атак неможливо. Я так зрозуміла, Аріфе. мою российскую. Ну, в данном случае защититься никак было абсолютно нельзя. Почему? По одной простой причине, что это было взломано не лично компьютеры чьи-то, это было взломано программное обеспечение. Это, причем, это не какая-то кустарная. Это, чтобы вы понимали, золотой партнер Microsoft, золотой партнер Oracle, обладатель четырех еще других наград украинских. То есть это было достаточно защищенно, и тут каких-то претензий к ним никогда не было, но просто, что их инфра инфраструктура оказалась недостаточно стойкая к этим вирусам, то есть взломали ее, и через обновление программное, которое обновляется на установленных компьютерах, которое, а это же, как вы упомянули, это для бухгалтерской и письменной отчетности. И получается, те, у кого стояла эта программа, те компьютеры оказались заражены, и они по сети еще передали. То есть в данном случае пользователи не виноваты, в данном случае все вопросы к этой программе МЕ-ДОК. Ну, разработчик, там уже сегодня есть заявление на сайтах, что разработчик ну, сказал, что да, есть эта проблема. Да, ведется проблемы, расследование. Да. И, да, ведется расследование. Буквально сегодня были заявления еще от наших от службы безопасности украины что они предотвратили еще одну атаку да да было такое и что она планировалась и ну действительно это вообще не исключенный вариант потому что на самом деле вот эти этот вирус я просто не буду вдаваться в подробности какие разные бывают вирусы черви там трояны там и так далее но вот этот вирус он стоял на компьютерах с апреля месяца то есть он был внедрен, он работал. Точно так же у каждого из нас может стоять тоже где-то быть вирус, и не обязательно, что он будет блокировать компьютер. То есть он может просто иметь доступ, это называется бэкдоры, то есть кто-то получает доступ удаленный к твоему компьютеру, и твой компьютер, он уже не твой практически. И тот, кто получает этот доступ, он его может заблокировать. Вот. И для чего это делается, например, это делается для, опять же, хакерских атак. То есть одна, один из видов хакерских атак это называется положить сайт. Ну, это как образно, если говорить, если ларек, да, там очередь там, из пяти человек максимум стоит, если туда зайдет 50. То он заблокируется, то есть он не сманет работать. Точно так же сайт, допустим, рассчитан на тысячу посещений, вот, а его одновременно начинают туда там, 10, 20, 100 тысяч. То есть чем больше таких вот компьютеров заражено, тем больше их используется в этих атаках. И поэтому, возможно, вот эту причину Которая сейчас Петя А, этот, его нашли, а другой какой-то может тоже стоять замаскированно и ждать своего часа. Поэтому ну, было бы логично переустановить полностью систему. Ну, то есть ну, максимально защититься, опыт можно перенимать. Но, вообще, как бы мы воюем как на фронте, точно так же и в информационном поле, да, но и в киберпространстве не меньше идет война, а может, даже и жестче, потому что там действительно стираются границы и если там совершить теракт там надо допустим пересечь границу или здесь какого-то найти агента предателя то киберпреступления, кибератаки можно совершать дома сидя в тапочках в, уют, в уютной пижаме да попивая кофе с пончиком и при этом совершать ну, страшные вещи ну к примеру чтобы сказать что может сделать хакеры ну если помните фильм Крепкий орешек 2, когда захватили аэропорт, и они просто перехватили систему управления аэропортом и дали самолету просто на 50 метров координату ниже, то есть, ну, при посадке. И самолет разбился. То есть, когда, ну, то есть сейчас интернетизировано ну, чуть более чем все. То есть уже только тяпки и лопаты, наверное, без какого-то программного обеспечения, без каких-то мозгов. Сейчас уже есть такая такая тема, как интернет-вещей, и уже там есть умные холодильники, умные пылесосы, умные, ну, в общем, все скоро. И мультиварки. Мультиварки. Тоже можно со смартфона включать и на расстоянии управлять. Но к смартфонам мы подойдем отдельно. Но вот все-таки, смотрите. Кибервойны, да, вы сказали. Наша реальность. К чему надо быть готовым и что все хакеры это властелины мира или все-таки мы можем как-то себя уберечь? Ну, к чему это может привести, это можно взять просто посмотреть опыт Эстонии, которая в 2007 году была вот атакована. Ну, предположительно, российским, ну, потому что пока они сами не пойман, не Ур, как говорится. И тогда в Эстонии было парализовано полностью все. Банковская система, инфраструктура транспортная, все правительственные сайты. То есть, ну, это была катастрофа. Это была трагедия. От нее очень долго отходили. И... Эстония после этого она начала заниматься этой сферой и занималась до такой степени, что сейчас является одним из лидеров в Европе и в мире по электронному управлению, по кибербезопасности. Ну и такая, такой факт, что штаб-квартира кибервойск НАТО находится там же, в Эстонии тоже, я думаю, говорит о многом. Ну, то есть люди работают но на всякое действие, есть противодействие, наверное, надо не бояться. То есть, ну, полностью от интернета, мне кажется, невозможно да, отказаться. Да, да все-таки, да. ну, уже мы на другом уровне развития, наша цивилизация. Хотим мы этого или нет, просто мы должны научиться жить в этом пространстве. Да. Мы, как потребители информации, как пользователи персональных компьютеров, и других гаджетов, мы должны понимать, что мы делаем, зачем мы делаем и с какой целью. Это, наверное, важно. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире телефон студии 050 078 1802. Наш гость – медиаэксперт Ариф Багиров, и мы говорим в том числе о компьютерной грамотности, потому что эти темы, ну, они рядом. Потому что кто такой пользователь ПК? ну вот в жизни возьмем не на работе, да, это любой человек, у которого дома есть компьютер или смартфон, или планшет, или ну все что угодно, да, который утром, ну современный человек, наверное, большинство сейчас таких, особенно молодежь, этот человек заходит утром на какой-то сайт, на любой сайт, да, то есть он пользуется интернетом, он смотрит, какая погода, он смотрит новости, он смотрит, он скачивает фильмы. Угу. То есть, эти все вещи, ну, так или иначе, ну, эти все медиапродукты они влияют на этого человека. И в то же время, вместе с этими медиапродуктами, он может заразить. ПК какими-то вирусами или какими-то приложениями, которые, ну, если ты ну, вообще ноль как бы в этих вещах, то, ну, можешь ты принести вред и своему ПК, и себе в том числе. То есть, и об этих вещах мы э, говорим. Вот что такое цифровая грамотность, какие составляющие этой грамотности нужны пользователям персональных компьютеров? Угу. Ну, вот могу привести такой пример, что писать, читать э, мы все учились в школе, да, нас учили, нам там... Показывали, как надо, показывали, как не надо. И ну, у нас более-менее какие-то правила, правописания. Компьютер, как правило, каждый приходил сам. То есть редко кто именно по каким-то курсам. И раз уж мы говорим о том, что у нас идет кибервойна, и вот если в обычной войне нас учили когда-то, ну и сейчас, наверное, тоже гражданская оборона, что делать в случае атомного взрыва, там вспышка слева, вспышка справа. То есть нам рассказывали, что делать в таких случаях, если мы попадем в реальную войну. В кибервойне примерно то же самое, надо знать какие-то элементарные меры предосторожности потому что вирус, он сам по себе не попадет, то есть каждый вирус, как-то, человек дает ему доступ. И это называется социальная инженерия, то есть одно дело написать код этого вируса, а другое дело заставить человека этот вирус запустить, чтобы ну, пустить на свой компьютер. И если же мы уходим из дома, мы закрываем дверь на ключ, и считаем, ну, как бы, ну, ненормальным его не закрыть. То, то же самое примерно можно сказать и насчет компьютера. Он должен быть закрыт на хороший ключ. И чем э, богаче там у нас квартира, да, чем больше там есть что взять, э, тем дороже мы ставим двери, замки. Примерно такую же ситуацию можно привести и в сфере кибербезопасности, а медиаграмотность, ну, это когда там мы детям говорим, что там с незнакомыми дядями не разговаривай, там, со двора не выходи, там, по дороге там, на велосипеде не ездим, ну, если там маленькие дети. То есть примерно то же самое, э, если мы детей выпускаем на дорогу и рассказываем им, что надо переходить на зеленый, надо смотреть налево сначала, потом направо, ну и так далее. Вот, то когда мы выходим в виртуальное пространство, то здесь примерно то же самое. А ущерб можно понести, ну, к примеру, если у вас квартиру вынесут, то это одно. У вас останутся, к примеру, обои, да, там или там какие-то мебель. То, если взломает ваш компьютер, на котором пароли ко всем банковским счетам, цифровая ваша подпись электронная и так далее, и так далее, и так далее, то вас можно ободрать до нитки. То есть... Как сделать, чтобы не ободрали нас до нитки? Хм. Ну, опять же, в двух словах я не расскажу. Ну, закрывайте дверь на ключ, скажем так. Как это сделать? Ну можно много увидеть каких-то, ну, найти при желании. Я думаю, сейчас уже эта проблема, может, станет острее. Есть видеокурсы, есть видеоуроки. Я, например, очень бы рекомендовал такой сайт, платформа образовательная наша украинская, Prometheus называется, там есть курс кибербезопасность. Ну, там есть еще курсы информационные войны, но то уже больше для специалистов. И там есть моменты ну, вообще, я могу проводить эти курсы, я их, собственно, проводил и на Западе, и, допустим, чем я занимался, то есть приглашали от компании, компания какая-то коммерческая, она понимает, что такое кибербезопасность, что если в их офис попадет вирус, там, то они просто конкуренты всю их клиентскую базу могут, то есть все их счета, всю информацию, то они заказывали эти тренинги, я приходил, проводил и рассказывал, что делать, что не делать. Многие IT-шники на серьезных фирмах, они ограничивают доступ ко многим сайтам и закрывали там сайты для общего пользования, Facebook и Одноклассники. Ну, Во-первых, чтобы не отвлекались не отвлекались, но это как бы не основное. Основное это потому, что обычно вирусы они распространяются как-то, и многие вещи там, ну достаточно иногда, чтобы запустить вирус, достаточно перейти просто по ссылке. И когда в ленте Фейсбука там или Одноклассников или ВКонтакте ну видишь что-то туда переходишь и это называется это как раз вот заставить человека та же социальная инженерия но это э, один из факторов другой это то что э, чем больше выхода из ну, в общем делаются обычно локальные сети и вот все есть сеть э, фирмы Хочешь юзать какие-то приложения, там где-то что-то, э, серьезные фирмы, у них вообще запрет, они сдают телефоны на входе, э, то есть э, у них нельзя зайти и запаролиться в Wi-Fi офисный. Ну, вот я один раз с таким сталкивался, э, есть ребята, айтишники, которые настолько блюдут, соблюдают вот эту безопасность, что они просто там чуть ли не драконовские меры, юзеры от них воют, ну вот обычные там пользователи этой фирмы. Но это гарантия того, что там будет все, если они пострадают когда-нибудь от вируса, то в последнюю очередь. А защититься на 100% вообще никак нельзя, потому что вирусы появляются каждый день новые. Антивирусы всего лишь уже регистрированные вирусы, уже полеченные, пролеченные. Они просто их, ну, не, не пускают. Но постоянно появляются новые, которые опять же надо идентифицировать и внести в эту базу антивируса. То есть чем больше у тебя есть что терять, тем больше тебе надо следить за своей безопасностью, пароли, доступы, ну и все остальное. Ну, давайте все-таки поможем обычным пользователям. Вот даже не все люди знают, что на электронной почте, на смартфоне должны быть сложные пароли. Не просто, то есть очень большая ошибка, если вы, ну, пароль, допустим, любимого своего человека, допустим, Костя, 1, 2, 3, 4, 5. Это пароль, ну, находка для шпиона. Таких паролей не должно быть. Быть. но я знаю что у многих людей такие пароли вот расскажите о паролях почему нужен пароль на смартфоне почему нужен пароль на электронной почте и причем нужны разные пароли в той же соцсети и у -у -у. на разных приложениях разные пароли это конечно ну да, да кажется да. это немножко неудобно да немножко неудобно скажем так но это может обезопасить вас как да. раз и от вирусов и а, от взломщиков, которые могут нанести вам на ну, такой серьезный материальный урон. Да. Ну, пароли – это вот и есть вот эти ключи от квартиры. И чем э, лучше у тебя замок стоит, если понятно, там какой-то советский ригельный, который там можно там линейка железная отжать, там, э, то, конечно, к тебе в квартиру с большей вероятностью войдут. Поэтому чем сложнее пароль, э, тем меньше вероятности, э, что тебя взломают. Как действуют преступники? Э, чем проще пароль, тем быстрее его подберет сервер. То есть они, они не сами вручную подбирают там, комбинацию, нации, цифр и букв. Они запускают сервер, который генерирует эти пароли. И когда-нибудь он подберет. И чем проще этот пароль, тем быстрее этот сервер его подберет. Поэтому, да, действительно, надо делать сложные пароли. И в каждой сети разные. Почему? Потому что бывает такое, ну, утечки. Бывают утечки такие, что... Ну, ломают те же самые хакеры какие-то сайты в которых и выкладывают пароли людей с этих сайтов и очень высока вероятность когда эти же пароли подходят этот же логин и пароль подходят ко многим другим сервисам То есть если э, даже вас э, ну, без вашего ну, просто взломают тот сайт на котором э, ваш логин и пароль был да э, то они не доберутся до других. Вот и все. Да, до других гаджетов. Да. Давайте, значит, вот мы о гаджетах стали говорить. Вот смартфон, планшет, телефон. Телефон сейчас это не просто телефон, <свят> это портативный компьютер. Немногие задумываются об этом. Что это такое? Ну, он оставляет много следов. Вас могут найти по IP адресу, вас могут найти. Но ну, это то, что вас могут определить, да. Но ну, там еще куча всяких приложений. Вот что надо знать о пользовании этими вещами. Ну, смартфоны действительно сейчас это... Ну, вот у меня сейчас смартфон, который мощнее, чем мой первый ноутбук. То есть 19-дюймовый ноутбук, не маленький, он был тупее моего нынешнего смартфона 5-дюймового. И по факту... Это же тот же самый компьютер, там те же самые пароли, и у людей там банковские приложения, допустим которые тоже, если взломают компьютер, если у вас там не стоит подтверждение, ну вообще телефон, к нему можно перехватить доступ. Достаточно просто где-то, ну я, например, ну, не подключаюсь к Wi-Fi в общественных местах. Почему? Потому что хакеры могут они перехватить этот сигнал, и получить доступ. Потому что люди, там есть несколько способов подключения к Wi-Fi. И там получается открытый канал. Если открытый канал, то кто-то сидя рядом. В том же Макдональдсе, к примеру. Он может, пока вы там пьете колу там, и кушаете жареную картошку, он может полностью с вашего телефона зайти в банковское приложение, перекинуть на свой счет на какой-то там определенный деньги и все. Может вам вообще поменять все везде пароли, и вы полностью потеряете доступ вообще ко всему то есть э, телефон это вот уже он уже давно слово телефон мы уже применяем там к таким простым потому что все остальное уже смартфоны потому что там действительно вот у меня на моем смартфоне все то же самое что и на компьютере информация то есть получить доступ к моему смартфону э, получишь доступ ко всему что у меня на компьютере поэтому это уже не просто гаджет это уже э, да, это уже типа как, можно сказать, и кошелек, и мозги, и записная книжка. Ну, а представляете, что такое потерять в один момент и кошелек, и записную книжку, и, и, и ключи. Ну, вот как вот люди там раньше бывало, там, потерял человек, там, барсетку, да, там кто-то из друзей, там все, документы, ключи и все остальное. Поэтому сидите за телефоном, обязательно делайте пароль на тачскрин, то есть, чтобы он у вас не просто движением пальцев. Открывался, а чтобы была какая-то комбинация. Тоже чем хитрее, тем лучше. Это гарантия того, что если вы потеряете или у вас его украдут, то у вас украдут просто железяку. Они а украдут Информацию, все, которая... что у вас есть, да. Ну и обязательно, чтобы вы знали вот этот код, имей, и вы знали, есть ли вы в базе. Потому что если это серый телефон, вот к моему стыду, я была на тренинге по медиаграмотности, мы стали там, было упражнение, определяли, и я вижу, что у меня серый телефон, хотя я его покупала ну, в хорошем салоне. Но ну вот видите, то есть сразу, когда вы покупаете телефон, почему я об этом говорю, и знаете свой код имей, если этот телефон не серый, и у вас есть код, вы заявляете в полицию, и ваш телефон тут да. же блокируют, тут да. же. Если у вас серый телефон, и вы даже знаете код имей этот, вам очень трудно будет уговорить полицейских, чтобы они блокировали этот телефон, потому что он серый, его, его нет в базах. Да, кстати, очень важный момент – почему белые и серые. Белые это официально организация, компания, она несет за него ответственность. А если серые, то нет. И то же самое с компьютерными программами. То есть, если у вас ломанный Windows стоит, то не рассчитывайте на то, что он будет обновляться и так далее. Поэтому очень важно э, иметь программы э, Windows. Э, лицензионные. Ну, лицензионные, да. И ставить продукты, программное обеспечение тоже лицензионное. Это тоже один из залогов, потому что их они обслуживают. Все остальные э, очень дырявые, и через эти дырки можно много чего нахватать. А вообще э, мы тему затронули, которую можно очень долго развивать. Я, в принципе, занимаюсь... Э, медиаграмотностью, тренингами. То есть, и если будет запрос, пишите, обращайтесь. Можно будет делать какие-то тренинги общие, личные. То есть, ну, я хочу, чтобы украинцы были продвинутые, чтобы они не делали пароли 1, 2, 3, 4, 5. И спасибо, что пригласили. Ну, давайте у нас еще совсем немного времени, но мы успеем об этом сказать, потому что это очень важно. Я смотрю, ну, причем это такое вот... Такой поток в соцсетях. То есть мы переходим в соцсети, мы uh -huh. заходим в Facebook, потому что, ну, Одноклассники ВКонтакте уже нет, и сейчас серинулись в Facebook, в Твиттере uh -huh. меньше, но в Твиттере тоже добавятся, но мы говорим о Фейсбуке. Я что наблюдаю? Там, ну, мы не будем говорить, что соцсети там добро или зло, каждый себе выбирает свой плюс или минус. Мы скажем, вот эти тесты, приложения на Фейсбуке, вот у многих популярны, так ли они безопасны? <къех> Мне вообще очень небезопасно, то есть когда вы где-то регистрируетесь, когда вы ставите себе какое-то приложение в Facebook, то вы даете доступ к своему профайлу к тому же паролю и так далее. А кто написал это приложение, для чего он написал, и вы там, решив зайти посмотреть, как вы будете выглядеть через 20 лет, вы себе поймаете какой-то вирус. И это очень небезопасно. И вообще, когда вы ходите там по городу, вы ходите знакомыми маршрутами. Когда вы даже по лесу едете, вы тоже едете по знакомой дороге. Поэтому насчет сайтов, ну не ходите туда, куда не знаете. Вы же в лесу не пойдете в кусты куда-то посмотреть, что там? Вы идете по дороге, поэтому чем меньше вы сворачиваете со знакомых тропинок, тем меньше у вас возможности попасть в неприятности. Тем более мы говорим о кибербезопасности, мы говорим о кибервойнах, и когда анализируется ваш профиль, анализируются все ваши друзья, особенно друзья, которые находятся на оккупированной территории, они попадают в группу риска. Вы здесь, они там. Ну, то есть это такие вещи, которые вот вот эти тесты, они вообще настолько, ну, меня, честно говоря, не возмущают. Но вот эти заманухи, вы же взрослые люди, ну зачем вы идете, ну, там, какой я буду через 20 лет, или кто я был, какой я, каким героем я бы был там, в этом фильме или в этой книге. Ну, это, с одной стороны, это смешно, а с другой стороны, это реальная опасность. Давайте еще совсем коротко, вот как проверить свой аккаунт на предмет троллей? Как не пустить к себе тролля? Ну, это очень трудно, особенно если открытый аккаунт это невозможно. Но если аккаунт все-таки закрытый у вас только для друзей. Ну, тролли, ну они особого ущерба они не несут, если у человека все нормально с нервами и самооценкой, то ему тролли вообще никак ничем не угрожают. Поэтому э, тролли э, единственное чем они опасны, они могут э, скинуть какую-то ссылку тебе, ну то есть там в, в, в порыве там спора, вот и скинуть там ссылку, вот почитай, что тут про вас пишут там или там, вот и все. И то есть вот такую удочку могут тролли просто закинуть, чтобы ты перешел на этот сайт, там где поймаешь какую-то каку. Ну лучше не переходить ходить по незнакомым ссылкам и не переписываться с незнакомыми людьми. Вот это вот простой совет. Ну, на этой ноте мы вынуждены заканчивать. То есть, я думаю, что мы продолжим эту тему медиаграмотности и будем знать, что такое медиагигиена, и как, каким сайтам можно доверять, каким нельзя доверять, каким, как, Кому телевідіню, радіо і печатним СМІ можна довіряти і как, яким признакам, Вони очень прості, Це вся технологія. Ми обязательно об там розкажемо в следующий раз. Я дякую за участь у прямому ефірі. Нашому гостю, медіа, експерту, соціальному інноватору Аріфу Багірову. А радіослухачам і телеглядачам за увагу. Залишайтеся з нами попереду. Багато цікавого. До побачення, дякую. Пульс Луганщины.